Как вы считаете, есть перспектива Чеченской Республики стать такой туристической меккой для людей, в том числе и из Европы, про которую мы говорим? Наоборот, мы не считаем, а уверены. И с каждым днем у нас растет именно направление туристическое. Мы каждый год открываем новые маршруты, и каждый год увеличивается поток туристов. И, конечно, у нас вот в первую очередь главное, там, так скажем, приоритет мы даем развитию туризма. И я считаю, что у нас очень хороший в этом направлении будет успех. И мы создали министерство по делам туризма. Кто его возглавил? Его возглавил бывший один, если вы помните, там была у нас на второй канал «Россия», там передача «Команда». Да, была такая. Вот там один из членов, один из участников этой команды — Муслим Байтазиев. Чеченец? Он чеченец. Возглавил это министерство. Он знает английский, арабский язык. Он сам занимался, так скажем, туризмом занимался. Сам любитель по жизни ездить там, по государствам. И у него очень хороший, так скажем, строит он хорошие взаимоотношения там не только с российскими, там, так скажем, и зарубежными туристическими там агентствами.